Доброго времени суток, рассмотрим очередной коучинговый вопрос. И дальше хотелось бы рассмотреть следующий вопрос. Такой вот идет ответ клиента на какой-либо вопрос из вопросов, а коуч задает вопрос, а почему так ответил? Собственно, здесь фактически призыв на рефлексию, на изучение тех первопричин, почему происходит какой-то ответ, когда клиент либо клиентка делится своими мыслями какими-то, либо, может быть, какими-то решениями, может быть, идеями. Здесь возникает элемент вот рефлексивного исследования, в котором можно посмотреть первопричину, что, собственно, внутри сподвигло. То есть фактически спуститься на более глубинные уровни, на уровне ощущений, на уровне каких-то внутренних потребностей. Возможно, там появятся какие-то еще дополнительные когнитивные убеждения. И, собственно, исследуя уже вот эти вот первопричины, можно посмотреть различные развилки исследования, как можно историю дальше поразвивать. Потому что, например, человек отвечает определенным образом, во многом в связи или благодаря, я бы сказал так, какому-то внутреннему своему там состоянию, своим убеждениям, своему опыту. Тут может быть множество разных факторов, но вот это вот, я бы сказал, это предложение клиенту попробовать спуститься на еще один уровень глубже относительно того исследования, в котором сейчас находится в сессии. Коллеги, я еще раз задам этот вопрос, а почему так ответили?